значит, отправились в дом, где, типа, по легенде, люди испытывают сонный паралич. И после второго выпуска я реально думал, что это, ну, практически невозможно сделать. И через несколько дней у меня происходит сонный паралич. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Сколько ты уже не спишь? Я не знаю. Я не помню. Ложись спать. Нет, нельзя. Засыпай. Нельзя. Слушай, ну тебе нужно отдохнуть. Нет, нельзя, мне нельзя спать. Тебе надо поспать. Он придет. Это все сон. Ложись. Нет, мне нельзя, нет. Сладких снов. Что это такое? Хруст вместе вот с как будто плотью именно кусает. Я вижу лицо, рука будто вот так уходит вниз. Тут тоже кость лежит. Оказывается, что я не могу пошевелить ни одной частью своего тела. Вот типа там что-то в углу происходит. Блин, что это? Иди ко мне. Засыпаю, и тут начинается вот это. Привет всем, ребята, это Дима Масленников. На предыдущем выпуске с экспериментом по вступлению в состояние сонного паралича вы набрали аж 1 миллион лайков. Я держу свое слово, и прямо сейчас мы снимаем 3-ю часть этого проекта. И кроме меня, Даника и Сударя, которые будут вступать в состояние сонного паралича в этом чертовом доме, здесь присутствуют Эмиль и Стас, которые будут за нами следить во время этого эксперимента. Да кто? Да вы чё? Продолжаем эксперимент, засыпаем. Что это такое? Кстати, я хочу повторить результат предыдущего выпуска, и у нас для вас есть просто мозгодробящая история про квартиру в Москве с паранормальными явлениями, в которой огромное количество жильцов сталкивались с проявлением мистики и сверхъестественной, и все они готовы дать нам полноценное интервью. Если вы поставите под этим выпуском 1 миллион лайков, я обещаю вам в одиночестве прожить в этой квартире несколько дней. Выбор за вами. Ставьте лайк. А мы начинаем. Мне было лет, наверное, 12 или 13. На то время у меня уже была покойная бабушка. Обычный день, повседневка. Я ложусь спать. У меня была достаточно большая комната. Балкон идет. У меня в углу была кровать. И, то есть, я спал таким образом, что у меня был обзор на всю комнату. Я тоже был очень уставший, потому что я занимался спортом, была школа. Вроде получилось уснуть. Не обратил внимания на то, что я проснулся. Почему-то супер тихо. И я просто лежу. Такой, типа, по сторонам огляделся, не было там желания подвинуться или еще что-то. И в какой-то момент вот идет моя комната, и с левой стороны у меня есть проход в проходную к входу в квартиру и выход на кухню. В какой-то момент я поворачиваю туда взгляд и отчетливо вижу лицо бабушки. Слушай, мне кажется, вообще было бы круто, если мы легли все по разным комнатам во всем доме. То есть раскидались по всей территории. Ну да, чтобы друг с другом не взаимодействовать толком. В первую очередь, стопудово нужно брать ту комнату, где было что-то. То, что видел Денчик. Я смотрю, вот ровно в ту щель. Оно выходит на тебя, я ору, и при этом буквально для меня проходит целая вечность. Вот из-за этой занавески. Ну и в той комнате, где мы кости нашли вот эти обугленные, я не знаю, сожженные. Тут обожженные кости, ребят. Вот там жутко реально. А, это которые забаррикадированы? Да, вот там бы я точно не хотел лежать. Я, кстати, не знаю, видели вы это или нет. Среди комментариев нашел одну интересную вещь, что люди заметили во время выпуска, что люстра на кухне немного дрожит. Да, я читал. Жуткие помехи, чувак, на рации. Пацаны, а кто на кухне? На кухне никого нет. Мы с Сударем сидим в фургоне. Что ты слышишь? такое ощущение, что нечто происходит на чердаке. Тут есть чердак, туда просто нет лестницы, я вот ее нашел сейчас. Я бы предложил вам залезть сейчас на чердак, посмотреть, что на чердаке, и одного из участников, то есть кого-то из нас положить там. Я нигде не хочу лежать, вот реально. Ну, ты понимаешь, да, что кому-то из вас точно придется. Просто им проще, они вдвоем уже лежали здесь, а я еще ни разу. Так, ладно, давайте-то собираемся, идем на чердак. Я просто, когда смотрел подсъемы, которые мы сделали для предыдущего выпуска, я заметил, что это двери. Слушайте, а мы там не провалимся? Вот и я там же. Вот это вопрос, но будем аккуратно, супер аккуратно идти. Не вызывает никакого доверия. Тихо-тихо. Так. Блин, честно, безумно интересно, что там находится, с учетом того, что это какой-то просто пи***нутый дом. Давай, только аккуратненько, пожалуйста. Мне нравится, что он молчит. Это безумно крипово выглядит. Мы, значит, отправились в дом, где, типа, по легенде, люди испытывают сонный паралич. Там спал Сударь. Мы это все изучали. Я лично спал в этом доме, пытался войти в это состояние. И после второго выпуска я реально думал, что это, ну, практически невозможно сделать. И через несколько дней у меня происходит сонный паралич в отеле. Жутко выглядит. Здесь сушка, что ли, или что это? Не знаю, просто не знаю. Ну реально непонятно, зачем они так повешены. Жесть какая-то. Ну, честно говоря, выглядит, может быть, как сушка, кстати. Ну, это тупо. Сушат обычно на свежем воздухе. Ну, не очень хорошо потолок держится. Посмотри вокруг, может, что-то интересное. Окей. Вижу. Диман, тут какие-то чемоданы раскиданы. Это очень стрёмно выглядит, чувак. Здесь вырезки из газет с фотографиями. Блин. Чувак. Тут тоже кости лежат. Чемодан. Серьезно? Да. Смотри, сколько. Смотри, вот еще лежит. А, хоть одну причину мне назовите, зачем кости класть в чемодан. Знаешь, что это местная бабуля? У нее была кошка. Кошка сдохла, и она не хотела, там, не знаю, хоронить кошку, и просто ее кости навалила в чемодан. Чисто по сохранению. Потому что, ну, реально, люди конченые бывают. Когда я встречался с Сашей, я помню, что мы пришли после какой-то вечеринки, легли спать, и в какой-то момент я просыпаюсь. Но оказывается, что я не могу пошевелить ни одной частью своего тела. Ладно, давайте раскидывать оборудование пока. Стоп, стоп. А? Так, сразу хочу сказать, так как у меня уже был опыт сонного паралича, я прекрасно понимаю это состояние и особые ощущения, которые возникают вот на этом пограничном состоянии. И вот сейчас мы спали ровно по той же схематике, чтобы войти в это состояние еще раз. Потому что и у меня, и у Даника в ту ночь случился сонный паралич. А теперь я предлагаю жребием решить, кто где спит. Короткая, мне кажется, это самое стрёмное, это чердак. А средняя — это вот эта комната с нечто, которая вылезает из-за шторки. И длинная — это забаррикадированная комната, мне кажется, вообще комфортная, просто лухари делюкс. Ну я там не хочу, если честно. А почему? Ну там как-то вообще уже жутковато мне было в прошлый раз. Ну хорошо, все. Давай я вот схватываюсь за это. Давай. Раз, два, три. Это та комната? Не, вот это чердак. Не, у меня. У тебя вот эта комната. А у меня спальня без окон, откуда вот нечто выглядит. Чего так это? Постные лица. У меня-то вообще херня какая-то живет, судя по всему. Судя по рассказам Денчика. Все, давай, снимай. Это. Вот сейчас некое волнение, конечно, начинается. Слушай, освободиться вообще нереально. Тебя привезли. Погнали, чё. Ложись. Тут еще эти все куртки висят, чувак, Стас, ты бы видел. Рейд Петершахам. Я надеюсь, здесь крыс нет на этом, блядь, чердаке. Фу, какая жесть. Не очень хочется, конечно, вгонять себя в состояние сонного паралича. Но, видимо, придется. Как вы понимаете, для съемок этого эксперимента и многих других на моем канале нам требуется огромное количество оборудования, и часто нам приходится его обновлять. И для этого мы пользуемся Яндекс-маркетом, где собраны миллионы товаров. Можно залипнуть хуже, чем в ТикТоке, и подобрать абсолютно все, даже для съемок госбастера. Тем более сейчас там идет акция Back to School со скидками до 80%. Сколько? Более того, если использовать кэшбэк-сервис Letyshops, то можно экономить еще больше. И это не сон, но эта информация реально вызывает шок, потому что с 24 по 27 августа в Яндекс.Маркете будет действовать горящий кэшбэк, увеличенный в 5 раз. Допустим, если с обычным кэшбэком вы вернули бы, например, 150 рублей, то с этим горящим кэшбэком вы вернете аж 750. Вот с этого момента попаду. Как его получить, все крайне просто. Регистрируйтесь на Letyshops, либо скачивайте приложение по ссылке в описании, активируйте горящий кэшбэк и оформите покупку. Кэшбэк вернется вам на баланс, и вы сможете либо вывести его на карту, либо потратить на другие покупки. Все крайне идеально. Бегите по ссылке в описании, экономьте бабки, а мы продолжаем наш эксперимент. Методика вхождения в сонный паралич. Первое – быть уставшим. Второе – спать на спине. Третье – максимально расслабиться. Четвертое – повторять одну и ту же фразу. До меня и здесь жила бабуля. И она всегда ложилась на кровать и про себя, ну, знаешь, бубнение вот такое. И если вслушиваться, она то ли иди, то ли иди ко мне, вот что-то, вот типа вот такой фигня, иди ко мне. Знаешь, вот, и вот когда вот оно быстро произносит. Парни. Да. Да, Эмиль. Да. Все меня хорошо слышат? Да. Да, слышно, отлично. Отлично. Объявляю начало эксперимента. Напоминаю. Повторяем, иди ко мне. Спокойной ночи. Спокойной. И вам не хворать, братишка. Иди ко мне. 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 Глаза забегали у меня, я не понимаю, что происходит. Я думаю, сон это или это не сон. Вижу, слева спит Саша. Все в нашей комнате так же, как было каждый день. Но ощущение было такое страшное. Ты не можешь пошевелить ни одной частью тела. Я пытаюсь пальцами на ногах пошевелить, пальцами на руках. Пытаюсь голову повернуть, у меня ничего не получается. Но я вот в сознании. Не похоже было на сон вообще. Я реально не понимаю, что происходит. У меня было ощущение, что я парализован до конца своих дней. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Сударь. Сударь. Ответь мне. Блин, стрёмно, чуваки, давайте чуть помягче. Какой кошмар. Твою мать. Это было очень неприятно, Стас. Черт возьми, меня просто в сон утащило за 10 секунд, мне кажется. Сударь, сударь, у тебя сейчас резко, как ты проснулся, подскочил пульс от 75 до 95. Я немножечко просто забыл о том, что мы снимаем. Но пока ничего не чувствовал. Вроде все нормально. Единственное, конечно, в темноте кажутся какие-то силуэты. Как же слева страшно. Не хочу смотреть налево больше никогда. Может, в этом и есть смысл, что ты погружаешься в такое состояние, тебя резко вытаскивают, и ты вот как раз находишься, как говорится, одной ногой во сне, второй в реальности. Все, парни, продолжаем эксперимент, засыпаем, не забываем повторять «иди ко мне». Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. 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 Я думаю, может, не знаю, мне кажется, я только проснулся. И потом я вижу, что вот из этого окошка я вижу лицо, и рука будто вот так уходит вниз. И тогда я прям словил жесткую паничку и попробовал подвигаться. Ну, то есть обычная реакция, когда ты пугаешься, ты дергаешься, пытаешься, не знаю, убежать, встать. И вот на тот момент я очень сильно испугался, потому что, когда я увидел, собственно, движение вот этого нечто, я не мог двигаться. Это был мой первый опыт сонного паралича, и я не знал, что вообще это существует, что это такое. И мне настолько стало страшно, что у меня было ощущение, будто я плачу, но беззвучно. Я пытался кричать, и я понимал, что звуков я не издаю. Я как будто открываю рот, но я понимал, что я его не открываю. Я не знаю, как это объяснить. Я кричал, я слышал, что я кричу, но действий абсолютно никаких не было. Иди ко мне. Иди ко мне. Дим, как ты себя чувствуешь? Я чувствую, что вот реально, типа, первую секунду-две я вообще не понимаю, что происходит. Так и нужно. Основная суть — это резкий выброс из-за сна, поэтому мы так резко будем. Даника, как твое самочувствие? Нормально, но вот когда я просыпаюсь, у меня сильно сердце бьется, и ты в первую секунду вообще не понимаешь, где ты находишься. И это, конечно, раздражает. Парни, засыпаем, продолжаем эксперимент. С удовольствием сейчас. Как у меня происходил сонный паралич? Мы поехали к другу на свадьбу в Смоленск. Предыдущие сутки я практически не спал. Поспали 3 часа в машине, пока ехали до праздника. Там потусили. Сели в поезд, буквально несколько часов поспали, приехали в Минск, заселились в отель. Как же описать состояние? Меня, понимаете, прям вот закидывало в сон. Я прям сажусь, и я понимаю, что я засыпаю каждую секунду. Я ложусь на кровать, засыпаю, и тут начинается вот это. Что это? Блядь, что это за звук? Это будильник, что ли? Диван! Что? Что это? Что? Я... Парни, что это за звук? Это будильник херачит! Блин, как же я обосрался! Бля, вырубите его нахер! Чего у них, Эмиль? Ой, бля, как я обосрался! Все, я выключил, Диман. Да, это просто обосраться. Откуда они вообще взялись? Да и мы когда сели, жеребьевку проводили, Стас же ковырялся в них. Пипец. Сидел. Жребием решить, кто где спит. Короткая. За будильник, извините. Слушайте, мы хотя бы тут с Диманом слышим друг друга, а вот Сударь там на чердаке абсолютно один. Как же я хочу спать. В свою теплую кроватку хочу. Продолжаем эксперимент, засыпаем. Легко тебе сказать, блин. Господи, у меня у самого начинает ехать крыша, когда я одновременно слышу троих своих друзей, которые в полусонном состоянии говорят: иди ко мне. Это просто жесть. Иди ко мне. 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 Меня посещают странные мысли. А неужели так навсегда останется? Неужели я навсегда парализован? У меня внутри началась паническая атака. В какой-то момент я смотрю, у меня справа был шкаф, и в шкафу было зеркало. Вот там окно со шторкой. И я смотрю в это зеркало, вижу себя и вижу, что шторка начинает так отодвигаться. Просыпаемся. Просыпаемся, Сударь. Просыпаемся. Даник. Даник. Блин, зачем так орать-то, блин? Это издевательство. В прошлые разы это было не так сложно, это прям вообще какая-то реально полупытка, прям. Не, уже эксперимент приобретает какую-то другую, знаешь. Да, поначалу это было немножко вот так вот. Когда мы все чаще их так резко вводим из состояния сна, агрессивно. И они агрессивно реагируют? Да. Иди ко мне. Иди ко мне. Диман? Диман! Что это у тебя что-то? Ты слышал? Да, я все, я отсутствовал и слышал даже. Стекло! Да, ну, вообще звук стекла был, да. Прям у меня вот здесь. Где, прям у тебя? На кухне! На кухне все чисто. А ты уверен, что это на кухне? 100%. Парни, можете посмотреть, пожалуйста? Ну, я просто отчетливо слышал здесь сейчас хруст стекла. Я тоже слышал. Эмиль, сходишь? Да. Проверишь? Давай. Ну, просто как физически мог получиться хруст стекла? Ну, вроде это был хруст стекла, конечно. Может, там где-то вот что-то зажало, какое-то стекло. Кстати, похожий звук был. Не, парни, все ровно здесь. А чем ты это сделал сейчас? Я стаканами. Я слышу, знаешь, похожий на какой? Когда разбитое стекло. И вот, и по нему ногой прошли. Да, я вот так слышу. Было. Не, парни, все чисто. Все, парни, продолжаем эксперимент. Мне снится какая-то неизвестная светлая комната. И я вижу перед собой девушку. Девушка красивая, но у нее темные волосы, темные глаза, и она на меня вот настолько пристально смотрит, вот типа убить собирается. Мне реально во сне становится не по себе, я не понимаю, что происходит. Она на меня смотрит, не отрывает взгляд, и вдруг в этой комнате во сне гаснет свет. Я только потом понял, что это не свет погас во сне. Это, походу, я открыл глаза. Я потом проанализировал, это действительно была комната отеля, в котором я лег спать. Мы с Даником взяли один номер, две кровати. Я понимал, что спит Даник на соседней кровати. Но вся картинка была как будто вот в каком-то мыле. Она была полуразмытые, какие-то, знаешь, как будто помехи постоянно везде ходят. Но самое главное, что девушка никуда не делась. То есть у меня был сон, я открываю глаза, а девушка как стояла передо мной, так и стоит. Блять! Блять! Блять, что это такое? Блять! Чего, блядь? Что за хуйня? Блять, ёб твою мать! Да кто это? Да вы чё? Прикол этого дома даже не в самом доме, а в том, что он набит зеркалами. Видишь, зеркало, зеркало, здесь висит зеркало, зеркало, там черное вытекает, приоткрывает занавеску. Я мысленно про себя начинаю дико орать. Ну, типа, я просто лежу, и вот я внутри себя чувствую, как я ору. Два человека спят. Тот, который лежит на этой кровати, у него начинается отдышка. Он начинает задыхаться, от этих хрипов просыпается этот и смотрит на кровать. Над ним нависает черное облако, которое пытается его задушить. Чтобы вы понимали, почему меня это заинтересовало. Это нечто увидел второй человек, который просто... Да, да, да. Очень. Слушай, я, знаешь, что подумал? В этом доме очень много зеркал. Что если, разбив стекло, можно как-то спровоцировать вот эту сущность какую-нибудь? Ну, я думаю, что в этом есть какая-то логика. А-а-а! Блядь! Блядь! Что это такое? Блядь! Блядь! Ёб твою мать! Да кто? Да вы чё? Это я, парни. Блядь, ты мудак, Эмиль! Ну нахуя? Это очень жестко выглядело. Хорош! Эмиль, блядь! Охереть. Я извиняюсь, если это было очень резко. Это было пиздец как резко, дружок. Бля, Диман, это был пиздец. Ты можешь просто вот идти в фургон и говорить, засыпайте, и все, вот твоя задача. Все, хорошо. Мне кажется, у меня на жопе волосы посидели. Сори, парни, продолжаем эксперимент. Но она уже стоит в комнате отеля, где я сплю. Я на нее смотрю, не отрываясь, она смотрит на меня. Начинает обходить, я провожаю ее взглядом, она заходит сбоку, я не знаю, как описать это словами, я чувствую, как ее руки вот так вот проходят вдоль моей грудной клетки, она начинает резко сдавливать ее. Она давит мне грудную клетку, я начинаю задыхаться, в этот момент я попробовал сделать хоть малейшее движение, но я не двигался вообще. Я пытаюсь сопротивляться, и в этот момент у меня полнейшая паника в голове, что происходит. Решил полностью отдаться ситуации, я расслабился, у меня давит грудную клетку, я задыхаюсь, я чувствую. Но я лежу, я решил как будто посмотреть. Фу, блядь, сука! А я видел, как она падает. Ебать! Да идите нахуй! Я ничего не понял. В какой момент заметил, как она начала падать, я думаю... Блядь! Самый эпик, прикинь, самый эпик. А что упало? Да она просто разговаривала. Все, в жопу. Вот. Вот настолько примерно мне было страшно. В общем, следующий этап вывода ребят из сна резкий. Это шокеры, которые предварительно были надеты на их руки. У меня Дима. Бьем? Ну что, поехали? Давай. Раз, раз, два, три. А чё, почему, Дима? Дима, тебя ударило током? Дима! Дим! Дима! Дим! Дима! Тебя ударил током? Дима, ответь, пожалуйста. Да, чё? Тебя ударило током? Нет. Смотри, я сейчас нажму. Раз, два, три. Ничего не чувствуешь? Нет. Очень жаль. Сколько ты уже не спишь? Я не помню. Ложись, ложись спать. Нет, 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 нельзя, нельзя, нельзя. Засыпай. Нельзя, нельзя. Тебе надо поспать. Он придет. А чё у Даника? У него, по-моему, глазами вот так жестко бегал. Даник, чё было? Я вот сейчас буквально минут назад обратил внимание на тебя. Словил сонный паралич. Еще раз. Словил сонный паралич. Фух. Дим! Дима! Дим! Дима! Да. Паралич был, Дим. Чё, чё? Паралич был. У кого? У меня. У тебя был сонный паралич? Да. Он шутит? Сейчас? Да. Парни, можете отвязать, пожалуйста? Как приятно, чувак, как приятно вообще просто вот. Сейчас двигать расскажешь, телом, подожди. Двигать руками. Даник? Фух. Короче, вот вся комната. Все вот так же, как я ложился последний раз, когда пацаны сказали, все, засыпай. Все то же самое. Камеру, лампочку эту красную, эту камеру. Единственное, под кроватью было ощущение, что кто-то кого-то жрет. Вот типа... Вот такая херня была. Хруст вместе вот с как будто плотью именно кусает ее. Вот именно кусает ее. И движение после этого какое-то резкое. То есть все это было как будто 10-15 секунд, но я не могу вообще пошевелиться, а глаза как будто открыты. А глаза у меня открыты были? Глаза открыты? Эмиль! Зрачки бегали, зрачки бегали. У меня глаза открыты были? Я развязал сударь, так что? Глаза открыты были? Ты отвернул немножко вбок в голову, положил на подушку, и у тебя глаза начали бегать. Я Стаса такой, типа, смотри, что у Даника происходит. Проходит буквально секунд 5, наверное, вот не больше, как я только заметил, что у тебя начали бегать глаза. 5 секунд проходит, и ты резко просыпаешься. А вот как получается, что ты видишь комнату, а глаза у тебя закрыты? Вот все видишь. Ну, это типа вот воспоминания получается. Я думаю, что последнее, что ты видишь, он обычно рисует. Бля, вот он, в общем, говорит, что когда уснул, вот, да, когда сонный паралич произошел, он слышал, как что-то кого-то жрало. Что такое за угол? Бля, какая стремательная. Круто, что мы это засняли, потому что я всегда думал, что когда паралич происходит, у тебя глаза открыты, а не закрыты. Да, да, я тоже думал, что человек открывает глаза. Третью ночь мы сюда выходим, в конце ночи. Сейчас, говорю, непонятно, какие выводы делать. В общем, что тут опять эта кошка драная. Не, посмотри. Ну, вообще, наверное, в конце сам надо сделать выводы. Во-первых, сонный паралич можно вызвать искусственно. Во-вторых... Я был уверен в том, что когда ты ловишь сонный паралич, у тебя глаза открыты. То есть у тебя все тело парализовано, а глазами ты можешь двигать. А сейчас мы на камере поняли... Парни говорят, что у меня глаза закрыты были. Значит, визуально картинка мозгом запоминается, и ее потом рисуют. Сознание уже. Да, какое-то полусостояние между сном и реальностью. Ну и в-третьих, надо сказать, что это абсолютно безопасное и нормальное явление. Просто я напоминаю, 1 миллион лайков, и я лично отправляюсь в паранормальную квартиру, и вы это увидите уже совсем скоро. Ну и подписывайтесь на канал, потому что Дима Масленников, дальше будет еще интереснее.